Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу обновление плоской деревни для Майнкрафта Pocket Edition. После установки этой карты в вашем Майнкрафте появляются оригинальные постройки из Майнкрафта Pocket Edition. Но если кто-то еще не догнал или не понял, то эта карта разрабатывается мною, и это уже вторая версия карты, и здесь я исправил только различные баги. Ну и конечно я добавил несколько новых вещей. К примеру, я добавил такую красную полоску из красной травы. Наверное, многие спросят, как же сделала, я сделал с помощью Адена Толлбокса. Эта возможность там будет доступна. Так, я также заменил, конечно, спаун. Я заменил все темные бревна на акацию. Так, я уже вижу предмет, который мне нужно забрать. Друзья, я уже убрал рамки, как видите, и там тоже убрал рамки. Убрал котлы, и с той стороны я тоже убрал наши котлы. И теперь все эти постройки похожи на оригинал. То есть это чистый оригинал из Майнкрафта, конечно, Pocket Edition. И если честно, я не помню, был ли там дом ведьмы. То есть я вроде строил дом ведьмы, но я не помню, был ли дом ведьмы в той бете. Но все же здесь я его добавил, друзья. Ну и по идее больше ничего, конечно. Но как видите, масштаб карты еще маленький, но здесь собраны почти все постройки из Майнкрафта Pocket Edition. Как видите, здесь храм, дом ведьмы есть, и есть несколько домиков из деревни. Но я опять же заметил новый предмет. Да, мне нужно маленько пофиксить, забрать все предметы, которые нагружают наш Майнкрафт, друзья. Это и вправду все нагружает. Как видите, даже хорошо проработан интерьер, то есть я хорошо проработал на карте. Поэтому скачивайте ее. Также, конечно, я изменил спаун. Теперь вы спаунитесь не там, а спаунитесь прямо перед храмом. Да, все теперь хорошо. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.